Дебаты и общественные слушания позади. В минувшее воскресенье состоялся единый день голосования партии «Единая Россия». Отдать голос за своего кандидата пришли почти 2500 рязанцев. 47 избирательных счетных комиссий, более 200 кандидатов в депутаты Рязанской городской думы. Борьба развернулась нешуточная, 5 человек на место. Примечательно, что даже на участках люди подходили к кандидатам со своими проблемами. Безусловно, больная тема для нашего города – это дороги. Дороги, улучшение дорожного покрытия, безусловное благоустройство дворов и, конечно же, работу управляющих компаний. Ну и, конечно же, капитальный ремонт домов, который сейчас осуществляется по федеральной программе. Сделано в округе много. Создан благотворительный фонд «Старшее поколение». 2500 человек пользуются постоянно поддержкой нашего благотворительного фонда. Большое количество программ разнообразных уже реализовывается в округе. Работа с обращениями жителей, их даже вот в процессе праймериз, да, поступило очень много. И я надеюсь, что вот, ну, уже ведем работу с обществом инвалидов по подготовке помощи написания грантов. Президент Российской Федерации, ждем волны и будем заполнять, подавать заявки для наших общественных организаций. Общая явка по стране составила более 11%. Вечером того же дня Аркадий Фомин провел брифинг для СМИ. Он отметил, что работа в день голосования была организована на высоком уровне. Прежде всего для нас важно это высокое доверие рязанцев, так как сегодняшняя явка, она уже по предварительным подсчетам превысила 10%. Это абсолютно рекорд по участию рязанцев во всех предварительных голосованиях, которые проводились в городе Рязани, по городу Рязани. Сейчас продолжается подсчет голосов. Работа эта трудоемкая и может занять до 3 дней. Но одно уже можно сказать точно. Главное правило – легитимность, прозрачность и открытость нарушено не было. Об этом свидетельствует и то, что половина кандидатов в городскую думу являются беспартийными. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».